Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. На днях певица Тина Кароли резко выступила с критикой в адрес Григория Лепса, который отправился на Донбасс. Украинская исполнительница заявила, что была права, отказавшись от сотрудничества с артистом, и сказала, что он станет пищей для червей. Лепс после непродолжительного молчания ответил своей коллеге: «Ну, рано или поздно всем нам приходится кормить червей. Другое дело, как человек проведет свою жизнь. Я решил, что я должен прожить свою жизнь так, со своей семьей, со своей страной», – сказал Лепс. Григорий Лепс 11 мая прибыл в Донбасс, чтобы поддержать раненых солдат и детей в госпитале, а также отвлечь жителей региона от жестоких будней войны. Компанию Лепсу составила Лариса Долина и Дмитрий Дюжев, которые вместе выступили с концертной программой в День Донецкой Народной Республики и возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма. Что же касается Тины Кароль, то она переехала из Украины в Польшу в феврале этого года. Там она занималась волонтерской деятельностью и давала благотворительные концерты. Сейчас Тина находится в Японии. Кстати, недавно певица обмолвилась, что якобы Григорий Лепс приставал к ней, правда, не уточнила, когда именно это произошло. С вами был канал Ананас Ленд. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.